Заинтересованное взаимодействие собственников, управляющей компании и подрядчика – залог проведения своевременного ремонта в многоквартирных домах. Вечерний Магадан разбирался в этом вопросе. По улице Якутской в доме номер 5 по итогам собрания собственников квартир было принято решение о необходимости проведения косметического ремонта. Максим Малахов, генеральный директор управляющей компании «Жилсервис», отметил важность активного участия жильцов многоквартирных домов в собрании собственников. С помощью таких собраний выясняется большинство проблем, а также происходит рассмотрение предложений от управляющей компании. У каждого здания существует лицевой счет, на котором накапливаются ежемесячные отчисления жильцов. Именно на эти средства и производятся ремонтные работы. В первую очередь внимание уделяют не столько эстетическому виду, сколько безопасности и функционированию основных коммунальных систем. В случае с этим домом предварительно уже были выполнены работы по замене узлов и элементов водоснабжения и водоотведения. Дошло дело и до эстетической составляющей – косметический ремонт площадей общего пользования. Компании-поставщики интернет-услуг после обращения оперативно предприняли меры по сборке протянутых линий передач в специальные короба. Советом дома вместе с подрядчиком было утверждено цветовое и стилистическое решение согласно предпочтениям жильцов. После составления сметы подрядчик приступил к выполнению работ. Вообще на ремонт подъезда согласно договору дают месяц. Ну, обычно мы укладываемся раньше. Есть определенные моменты в части согласования, допустим, дизайн проекта, цветовой гаммы. Дело в том, что это наш не первый подъезд. Но где активные жители, там, конечно, быстрее все получается. В данном случае здесь очень активные собственники оказались и помогли нам выбрать цвет. Соответственно, мы организовали визуально, как все будет это выглядеть. Им очень понравилось, и мы приступили к работе. Ну, сначала, соответственно, мы убираем то, что необходимо со стен, замываем побелочный слой, убираем то, что отваливается, грунтуем, соответственно, потом штукатурим, шпаклюем, затираем, подготавливаем поверхность покраски, опять повторно грунтуем, потом наносим первый слой, второй слой, потом наносятся декоративные какие-то вещи. И далее мы, соответственно, уже начинаем покраски несущей конструкции, деревянные, металлические, оконные блоки, электрические щиты. Значит, в частности, что здесь? Мы отошли от стандартов, да, которые приняты у нас, да, в ремонтах подъездов, когда площадь делят пополам, сверху белая, снизу синяя в основном. Здесь решили уже как в 21 веке попробовать, как уже, да, в основной части Российской Федерации делают. Ну и получилось очень даже ничего, всем понравилось. Будем и дальше так продолжать. Проделанная работа теперь подлежит приемке. Следующим в очереди на ремонт стоит соседний подъезд того же дома. За прошедший год управляющей компанией было выполнено порядка 50 отделочных работ в подъездах города.